Екатерина Рязанова, Илья Ткаченко. Четвертое место после короткой программы. Суммой баллов почти под 60, но для них это далеко не предел. На чемпионате Европы в Загребе Катя с Ильей заняли четвертое место, и там же они показали прокаты по личным рекордам, набрав за короткий танец 64,5 балла. Но интересно, что в коротком танце они были с малой бронзовой медалью годом ранее в Шеффилде. Потом, правда, опустились на пятое место, а что касается чемпионата Европы в Загребе в 2013 году, то два раза были четвертыми и заняли в итоге эту четвертую строчку, но там, к сожалению, бороться было с Капеллини Ланотте затруднительно, и трех российских дуэтов на пьедестале не оказалось. Итак, призрак оперы Эндрю Ллойд Вебер, Екатерина Рязанова, Илья Ткаченко. Произвольный танец.
История, рассказанная Екатериной Рязановой и Ильей Ткаченко. Да, и опять можно отметить, что получилось не все у наших спортсменов. В частности, додержали они твизлы до четвертого уровня, но, к сожалению, конечно же, арбитры их отминусуют. Твизлы вышли отнюдь не идеальными у российского танцевального дуэта. И, тем не менее, можно сказать, что сейчас мы видим уже вполне себе приличное выступление, которое может претендовать на высокую оценку. Для того, чтобы обойти Александру Полу и Мичела Ислама, Екатерине с Ильей нужно набрать вполне проходные для себя баллы 84, учитывая, что личный рекорд у россиян за 90, 93,25 это не должно стать серьезной проблемой. Тем не менее, такое впечатление, что будут постепенно входить в сезон наши спортсмены. Но вы видите, что совсем иные эмоции у Алексея Горшкова, тренера этого дуэта, по сравнению с тем, что было после короткого танца. Короткий был откровенно неудачный. А вот, на мой взгляд, за последние три сезона вот эта постановка в произволке, она, пожалуй, наиболее подходит, если брать именно вот три произвольных танца Рязанова и Ткаченко. А вот эта постановка лучше, чем две предыдущие, идет, во всяком случае, спортсменам. И Илья вроде бы поменялся. Ну, в общем, это хорошо. Это красиво, это здорово, не безошибочно. Спишем на начало сезона, потому что посмотрите, что творится у мужчин. У мужчин за два этапа пока могу сказать, что абсолютно готовым к сезону оказался только один человек. Тацуки Матида, который выиграл Скейт Америка. На Нибельхорне показалось, что очень здорово готов еще и Набунари Ода, но Ода — это мистер нестабильность, и это он нам более чем наглядно продемонстрировал во время короткого проката в первый день соревнований уже здесь, в канале. Когда только я сказал, что сейчас сможете увидеть, как Набунари Ода готов к сезону, он тут же сорвал четверной прыжок. Но, тем не менее, докрутил и, в общем, потерял на нем не так много баллов. Катя с Ильей традиционно для себя получают неплохие оценки за компоненты, но техническая составляющая может быть и повыше, но и твизлы. При условии четвертого уровня, а он у них есть, надо бы, конечно, не срывать, а исполнять на плюс, а не на минус, как сегодня. Не самые высокие баллы вы видите у них за произвольный танец. Они проигрывают Александре Пол и Мичелу Исламу, но по сумме, разумеется, канадцев обходят. Будем ждать более впечатляющего проката. Катя с Ильей будут в Москве на шестом этапе Гран-при.